Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их биографией. Дьюла Торнай. Венгерский художник, ныне выставленный в Венгерской национальной галерее. Он был известным художником в жанре ориенталиста. Данные беру из Википедии. Родился 12 апреля 1861 года у города Герки в Венгрии. Получил художественное образование в академиях в Вене, Мюнхене и в студии Бенчура в Будапеште, где он учился у Ханса Маккарта и Дьюлы Бенчура. На его стиль сильно повлиял Маккар, называемый стиль Маккар. После своих путешествий в Испанию, Алжир и Марокко, он обратился к более экзотическим темам и писал работы, изображающие уличную жизнь торговцев, музыкантов и гаремы. Провел 10 лет в Марокко, жил в Танжере в течение между 1890 и 1891 годами. В 1900 году выставил картины на Всемирной выставке в Париже с большим успехом, завоевав бронзовую медаль. В 1904 году продал многие из своих работ, чтобы собрать деньги для дальнейшего путешествия. Летом 1905 отправился на Дальний Восток. В этот период он путешествует по Индии и Японии. Вскоре после своего прибытия в Японию он написал портрет бывшего премьер-министра графа Акумы, который стал влиятельным покровителем. Это покровительство дало ему беспрецедентный доступ ко многим аспектам японской жизни и обычаям, которые ранее были скрыты от европейцев. Это позволило ему глубоко изучить буддизм и синтоизм. Торнай оставался в Японии в течение 16 месяцев, в течение которых он написал многие работы, такие как «Японская принцесса», «Идущая в церковь гейша», «Дом гейши» и «Воин-самурай» и другие. В 1907 году выставлялся в Париже, в Лондоне, в 1909 в Будапеште, в 1917 в Национальном салоне, в 1929 аукционный зал организовал выставку «Наследие его работ». Его восточные работы принесли ему международное признание еще при его жизни. Современный источник прокомментировал, что его работы этого периода, подобного которого по великолепию красок и глубокому восприятию живописности Востока, никто раньше не видел. Его картины также известны своей иронией, юмором и остроумием. Он давал зрителям представление о другом мире своими изображениями восточных обычаев и практик. Несколько картин Торная хранятся в Венгерской национальной галерее. Скончался он 24 ноября 1928 года в Будапеште. Вот так немного о венгерском художнике Дьюла Торнай. Данные из Википедии. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.